И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. Я Нептун, и мы проходим Rise of the Tomb Raider. Здесь мы пытаемся спастись из тюрьмы, где Константин и его новоиспеченная подружка, хотя, наверное, старая испеченная, она же уже тайком от нас, от и моего бати, поддерживала Тринити. Так вот, они строят здесь козни, а я должен спастись. Типа такого. Так, давайте посмотрим, что же здесь. Так, 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 так. Правильно, закрывай. Мало ли кто придет за нами по пятам. Так, что у нас здесь? Замечательно, связывание. Стрелы кометы можно также прикреплять к веревочным бухтам. Да? Круто. Вода под электричеством. Что-то я сомневаюсь, что шокотерапия мне сейчас необходима. Ладно, что делать? Стрелы кометы можно также... Ну, это я уже читал. Угу. Нашивка солдат Троицы. Один рисунок без слов. Они не афишируют себя даже перед собственными пехотинцами. Полная анонимность. Итак. Достать провод из воды. Допустим. Так, я прикрепил. А что дальше? Это же можно вращать, да, по-любому? Да, детка. Ха-ха, Эврика. Я чувствую себя Эйнштейном в такие моменты. Это что, колонки, что ли? Нет, нет меня здесь. Вам кажется, чуваки. О, кто здесь? Мать вашу, не подходите. Я дикий. Лады, нам сюда, да? Воу! Пошел обратно! Обратно лезь! Твою мать, дай сюда ствол! О, круто! Автоматик! Получай! Получай! Да, упади! Круто, слушайте! Мне дали автомат! Вот чего мне не хватало для счастья! Штурмовая винтовка, да? Замечательно. О, ты что там творишь-то, чувак? Голову защищай. Ага. Давай, 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 выходи. Что там делаешь, эй? Он что-то поджигает. Круто. Так, давай сюда свои вещи, и ты тоже. Шмонаем, шмонаем трупы. Так, ягодки. Как же без ягодок-то? Все, да? Что дальше? Воу! Чуть не словил пулю! Вертолеты летают всякие. Так, хорошо. Ага, вот он. Паршивец маленький. Так, а у меня лампы здесь нету? Случайно. Так бы я в него запустил. Лады. О, ты куда? Стоять! Нехорошие люди. Вот что мне пригодится по-любому, да? Так, тихо. Получай. Горите, сволочи, горите в адском пламени. Тихо. Эй, бегут, смотрите, черти. Убейте ее. Себя убейте. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Тихо-тихо-тихо-тихо, Лара. Банку бери, банку. Я не знаю, зачем, просто бери. Так, и что? И зачем она мне? Банка. Так, удерживайте средняя кнопка мышки, чтобы создать взрывчатку. Мелкие объекты, бутылки, банки, сосуды можно превратить в метательное оружие, да? А, давайте. Так, давайте. Не-не, вот того чувака. Круто! Твою мать, это здорово, давайте. Получай.
Вау, ты чё такой живучий, парень? Ты же только что валялся. С криками боли и отчаяния. Да, детка, я чувствую себя потенциально опасным. Пошел прочь. Да елки-палки. Так, надо стрелять в голову, да? Тогда больше опыта и больше шанса, что я завалю его с одного удара. Тихо. Они по-любому здесь, за стенкой. Себя убейте. О, баночки. Сейчас... сейчас проверим. Добивание? Нет? Не нужно, да? Оу! Мать твою! Так, они где? А, вот он. Негодяй. И здесь стоит по-любому, да? А нет, смотрите, нет никого. Оу! Словил баночку. Бывает. Так, давайте проверять. Вот, кстати, руда. Это именно те вот, знаете, рудниковые отложения в стенах, что мы собирали раньше. Из этого мы делаем неплохую взрывчатку. На минутку. О, письмецо. По мере продвижения в долину, я все чаще смотрю на развалины и размышляю о собственной смертности. Эти постройки столько лет ждали своего часа. Я чувствую их нетерпение. Здесь каждый камень на нашей стороне. Да и кто нам противостоит? Неверующие, напуганные, заблудшие. Те, что так долго прятали источник от Ордена Троицы. А мы те, кто наконец использует сокрытое по назначению. Этот мир слишком испорчен, слишком болен. И кроме Троицы, ему не на что надеяться. У нас будет армия. И поведет ее праведник. Константин. Сколько тщеславия, дорогие друзья. Но я почти уверен, что в конце игры вы будете огребать. Причем так нехило. Все, да? Хорошо. Немножко измочился, но это не страшно. Это по-любому был картограф, да? Карты. Да. Найдены секреты. Очень много секретов, кстати. Тихо. Так, вертолетик. Главное не спалиться здесь. Все, улетел? Ага. Неужели? Я снова в тайге. Яков, это ты? Лара, осторожно. Они повсюду. Попадешь в беду. Вон он! Мочи его! А, черт! Черт! Так, наш парень попался, да? Лады. Лагерь. Давайте прокачаемся. Потому что здесь, да... За последние недели у меня словно спала с глаз пелена. Я знаю, что здесь что-то скрыто. Это искали красные. А теперь ищет Орден Троицы и Анна. Анна. Господи. До сих пор не могу поверить. Все это время... За папой она тоже следила. Надо идти дальше. Найти Якова и помочь его людям. Если я смогу убедить их, что мне можно верить, возможно, он ответит на мои вопросы. Да, я тем временем прокачиваю оружие. Так, что еще можно здесь улучшить? Угу. Больше обойма. Так. А здесь... Прицел, да? Уменьшение отдачи. Давайте тоже. За компанию. Угу. Так, что там по шмоткам у нас есть? Так, но это вряд ли я сделаю. Небесный ткач у меня был. Синяя тенниска, да? Была ли она у меня? Или это... Подождите, это я в ней бегал, да? Ладно. А, подождите, серая? Я в серой был? А это синяя, да?
Вот, давайте кожаную курточку возьмем. Мы здесь точно не были в кожаной курточке, по-любому. Все. Потопали. Надо нашего товарища выручать. Гнезда. Но у меня вроде бы с патронами все в порядке, да? 35. Угу. Вау! Сурово. Да, матерь божья, как я могу промазать так глупо? Так. Вылазь, вылазь, вылазь. Ха-ха. Тихо, 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 палево, палево, палево. Кто-то на вышке. Воу, что это было? Испытание? Какое испытание? Что я сделал? Расстреляйте все... Что расстрелять? Я не успел прочитать. Поврежденных данных. А, это ноутбук, да? Уничтожать. О, смотрите, что есть. Что я вижу. Так, тихо. Пока, бро. Вот это круто. Я сломал платформу. Что может быть приятнее? Баночки. Баночку-то дай. Ага. Так, где еще враги? О! Получай. А, вот это битва. Кровавое боище. Побоище. Все, в голову. Точное попадание. А еще можно вот так сделать. Да. Вау, сколько мертвых тел, хотел сказать. Отчаянные ребята. С автоматами. Да. Обменялись. Гранатками. Оу, тихо, вставай. Не время спать. Да ты куда, твою мать, ты бежишь? Получай. Да нет, 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 ну не вовремя начал его убивать, да. Я понял уже свою ошибку. Сейчас мы исправимся. И очистим это дело без проблем. Так, для начала баночку. Еще баночку. Ай, рано. Уа! Куда ты, блин, прибежал, чувак? Еще вздумал. Ни хрена себе, у тебя броня, что ли, чувак? Да почему? Я думал, что через броню я могу его как-то убить больно. С одного удара не получилось. Не получилось. Ладно, будем знать. Вот они, кстати, новые противники в броне. Я могу их убить с одного удара только при условии, что я буду скрытен, да? Ну, я понял. Все, собираем. Все, что плохо лежит, все собираем. Даже патрончики. Все. Так. Здесь что? А, ну здесь я был. Все посмотрели, все взяли, потопали дальше. Дед. О! Что это? Кто там что взрывает?
У-у-у, плохо. Вертолеты всякие летают. Так, давай, прогружайся, карта. Что здесь случилось? Это местный хакер. Закончил не очень круто. Да? Мы прорываемся все дальше. Я с облегчением чувствую, что именно эту работу мне суждено было выполнить. У меня чешутся шрамы. Это постоянное напоминание моей высшей цели, о моей избранности. Когда-то я был невинным ребенком, не знавшим зла. И я проснулся однажды ночью с криком от боли. Кровь стекала по ладоням. Я был в ужасе. Избежать этой миссии я могу не больше, чем собственных рук. Понятно. Яков? Депо уже близко. Ты там? Так, а где наш товарищ? Что-то его давно не было. Хорошо. Всего три? Охренеть. Их тут, видимо, до хрена, 10 штук. Я почему-то 3 нашел. Я еще сколько пропустил? Точно. Лады, потопали дальше. Знаки отличия боевого ордена Троицы. Угу. Ну, у меня хотя бы медалька есть. Хорошо. Сам нашел, сам себя наградил. Еще плакат. Враг за все ответит. Хм, жутковато. Не то слово. Кто там ползает? Это что, бухарик? Упал, облокотился на ящики. Похмелюга замучила бедолагу. Так, что у него по карманчикам лежит интересненького? Ага, болтики, куча болтов, да, это круто. Опа. Ни хрена себе местный житель Яков. Что ж ты так долго? Он не так прост. Я думала, ты там остался. Да ни за что. Спасибо, что вызволила. Пойдем, выберемся здесь. Воу-воу-воу-воу-воу! Прыгай, Лара! Твою же мать! Воу-воу-воу-воу-воу! Давай-давай, помогай мне! Плохо. Шикарно. Ну что, прыгаем, да? Выживите в ледяной воде. Шикарно. И как мне выживать? Чем? Что? Кого? Ладно, потопали. Вот туда. Надо вниз. Давайте. Главное не захлебнуться здесь. Да. А теперь наверх. Давай. Давай, Лара, еще немножко. О, слава Господи. Привет, давно не виделись. Вертолетик, твою мать! Хорошо, я понял намек, давайте. Ай, не тормози только! Воу!
Вставай, вставай! Расстреляли! Ну я же старался! Хорошо, еще одна попытка. На сей раз по-любому будет она удачная. Давай, 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 Лара, давай, 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 прыгай, прыгай, прыгай. Ага. Оп. Да, рывок победы. О, адреналин твой, мать, зашкаливает. О, твой, тут, куда? Туда? Хорошо. Воу! Ха-ха, да, это круто, твою ж налево. Все взрывается, все пестрит. А. Да, да выделывался. Да пестрило, да взрывалось. Да, я немножко рано прыгнул, но что ж поделать, я не видел. Все. О! Вроде все пока спокойно, давай, твою мать. Настоящая пулеметная очередь вертолета, это не круто. Да. Эпично. Здорово. И кто теперь меня будет спасать? Водный народец какой-нибудь? Ладно. Пап, все еще работаешь? Успокойся. Вот, выпей. Полегчает. Ты мог бросить меня в реке. А ты бы меня бросила? Мелькнула бы такая мысль. Думаешь, у меня не мелькало? И чего ради ты рискуешь тут столь многим? Святой источник. Я знаю, что ты ищешь. Вопрос только зачем? В детстве у меня не было никого, кроме отца. Он тоже был археологом. В последние годы жизни он просто бредил легендами о бессмертии. Конечно, ему никто не верил. И я в том числе. В нашу последнюю встречу мы поссорились. Он покончил с собой. Я думала, что научусь жить с этим, но... Что-то произошло. И я увидела нечто, что я считала невозможным. Это все изменило. Я поняла, что отец был прав. Он умер один, потеряв все. Но он умер не зря. Так ты веришь, что источник существует? Честно говоря, я не знаю. Но если в этих мифах есть хоть капля правды, я должна знать. Его нужно изучить, понять. Он может изменить весь мир. Его нельзя ото всех прятать. Такие перемены не всегда к лучшему. Ты бы хотела, чтобы... Троица узнала секрет бессмертия? Конечно, нет. Тогда прошу тебя, не останавливайся. Просто иди другой дорогой. Помоги мне и моему народу. Помоги нам прогнать Константина и Троицу. И что потом? А потом оставь нашу долину. Знаешь, что сделала правое дело.
Нет. Прости, я не могу. Не можешь. Или не хочешь. Я помогу вам победить Троицу, но от цели не отступлюсь. Если я сейчас сдамся... То как будто предашь его. Не только его. Мне нужны ответы, Яков. Я должна понять... Уходишь? Меня сейчас больше волнует деревня. Она на той стороне горы. В одном дне пути пешком. Но можно добраться быстрее через медную шахту. Ты пока отдыхай. Я скоро вернусь. Доберитесь до... Яков, ты здесь? Черт, где же он? Так, доберитесь до... Да твою мать, не успел опять второй раз прочитать, что за дела? Хорошо, это мы где находимся? Ага. Да, я, кстати, еще в заставке спалил здесь колбаску и самовар. Смотрите, настоящий русский самовар. Хорошо. Ну все, здесь ловить нечего, потопали на выход. Да, я помню это место. Отчасти. Теперь вот она, точно. Это советская база, еще одна. Так вот, я здесь был, без видео я говорил в прошлой серии, или нет, в позапрошлой серии, что там путь закрыт. Теперь, видимо, мы можем туда попасть. Но, кстати... Можно здесь немножко пошастать. Сгораемый ящик какой-то. А, можно в тайник попасть. Точно, в гробницу испытаний. Я снова одна. Навык. Яков ушел вперед. В нем есть что-то такое, что ускользает от меня. Странное, но почему-то успокаивающее. Как будто я могу сказать ему что угодно, а он и бровью не поведет. Не будет осуждать. Но в то же время трудно понять, что у него на уме. Я сердцем чую, что он хороший человек. Он спас меня. Наверное, ему можно доверять. По крайней мере, пока. Только никак не могу избавиться от назойливого чувства, что он знает больше, чем говорит. Так, прицел в голову, индикатор. Убивайте врагов в серии приемов выстрел в голову, бесшумное убийство или смерть с небес, чтобы заработать больше опыта. Давайте это. Мы же любим убивать всех в голову и тайком. По-моему, вход в пещерку был рядом с тем лагерем. Какого, мать вашу, хрена? Ты кто такой? Да ладно! Я впервые вижу, это же кто? Это леопард? Да? Ни хрена себе. Он в пещерку убежал. Здорово. Просто эпично. Да, больновато. Хорошо, у меня есть автомат. Поэтому леопарды мне не страшны, по идее, да? Бежит! Отвоевать! Это как-то глупо убивать леопарда. А, нет, 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 нет. Твою мать. А, божечки. Оу! Все, обломись. Ублюдок. Посмотрите на него. Зато у него шкурка есть крутая, да? Давайте. Получай, яду немножко. Эй! Чё за дела? Леопарда нужно бить только стрелами. Да? Иди сюда. Проклятая кошка. Прямо в череп. Вау! Умри от яда. Вау! Вау! Твою мать. Да, почти. Ты чё такой живучий-то?
Вау! Успел. Успел. Так, подлечимся. Что? А, я здоровый. Хорошо. Кошка. Замечательные две редкие шкурки я нашел. Чего мне так не хватало в этой жизни? Так. Ага, вот это место. Да. Тут тропа. Исхоженная. Да, я вижу это дело. Вау! Вход в пещерку. Чего нам не хватало в этой серии, это исследовать пещерку, да? И найти тайны. Туман. Круто. Неизвестное место. Дополнительная гробница испытаний. Ледяная пещера. Вау, красиво. Угу. Обнаружен новый базовый лагерь. Что это? Это я где вообще? А, вообще где-то за картой. Да? Угу. Котелок, кстати, оставили. Любезно. Лады, здесь ловить нечего. Вроде бы. Ух. Красиво. Здорово. Так, и куда? Давайте сюда. Вот какая-то есть лазеечка. Мы по-любому здесь должны что-то найти. Опа! Угу. И за что зацепиться здесь? А, наверх, да? Опа! Так, давай, 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 давай! Я должен найти вход в эту гробницу чертову. Тихо, 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 сейчас... Ау! Спокойно. Я не хочу на это смотреть. Это больно. Даже для моих глаз. Я почему-то подумал, что если я прыгну, я смогу перепрыгнуть этот участок неблагоприятный. Но, видимо, не смог, да? Тихо. Тихо, 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 тихо. Вот, глаз божий. Дополнительная гробница испытаний, да? Угу. Аж туда попасть? Угу. Так, держись, Лара. Не время падать. Так, пока все правильно, да? Ой, я висел на волоске от смерти. Угу. Угу. Можно вот туда. И что? Я хочу наверх. Это дело. Угу. А это что? Допустим, пусть будет так. Отлично. А здесь... А, вот так, да? Угу, понял намек. Ну. Ну, елки-палки. Ты это давай. Цепляй. Да, что ж такое? А! О, тихо, 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 матерь божья. Так. А как?
Я хочу зацепить ее, зафиксировать веревку. Вот здесь. Не могу почему-то. Угу. Ну и ладно, ну и хрен с вами, я здесь. А, так это путь назад, скорее всего, да? И то есть, чтобы попасть в гробницу испытаний, мне нужно здесь что-то придумать, какую-то хитрость. А может быть и нет. Ба! Воу-воу-воу! Почему? Я даже не мог прыгнуть! Я даже не долетел, чтобы зацепиться. Чё за бред? Ну и в пень тогда иди. Я еще раз попробую. Так, прыжок. Вот здесь прыжок, да? Да. Все, мы смогли. Я понял, что я зря пытаюсь здесь зацепить веревку. Это, видимо, обратный путь. То есть я обратно буду стрелять. Угу. Хорошо. Вот она. Гробничка-то. И рюкзачок. Кто-то любезно здесь оставил. Все секреты нашел. Просто эпично. Но здесь я все, в принципе, уже обшмонал. Стоит ли вернуться обратно? Наверное, без видео я все-таки вернусь и изучу фреску, и реликвии заберу. А гробница там. Что это за звук? Действительно, что это за звук? Подозрительный такой. Все. Еще возьмем перьев на всякий случай. Это перья удачи. Ну что, друзья, давайте, наверное, гробничку, да, мы оставим на следующую серию, потому что это дело, как правило, не быстрое. К тому же мы можем где-нибудь застрять и не понимать, что делать дальше. Поэтому мы начнем прохождение гробницы уже со следующей серии со свежими мозгами. Давайте, всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки и вступайте в группу ВКонтакте. Нептун и Лара Крофт будут вас ждать в следующей серии. Пока. Это какой-то клоун. Воу-в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 оу
в инди-ужастик Emily Wants to Play, там тоже был клоун, жесткий и криповатый. В играх подобного рода жанра клоуны всегда играют самую криповатую и зловещую роль в игре. Хорошо, будем осмеливаться.